это происходит, да! Да, вот как-то так. Ну и, соответственно, в конце он такой, ну все, ребят. Это больше никогда не произойдет. Больше он вроде не появлялся. В кваке. Бля, давайте поставим эту карту и все говна поедим, будет смешно. Я люблю, когда ты так говоришь, потому что обычно говно жру только я. Нет, ты говно в прямом смысле. Нет, ты говна раздашь еще. Мне больше нравится баржа, там говно раздается лучше. Тут у тебя говно, в этом весь смысл. Которое ты выиграл, да. Нет, всех типа говно, говно, только я, блядь, ловлю нахуй ракету в ебало обычно, вот как сейчас, это, например. Это карта, на которой ничего не видно в максимальных настройках графики. Я не хочу туда! Ебучие тормозные шампады, блядь. Лёва, смотри. Нет. Я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу. Где Лёва? Вот он. Блядь. Слушай, на этой карте реально ничего не видно. Бля, сейчас меня въебут в очко. Сейчас мне въебут очко. Если кому-то раздращу, она. Подержи. И ты подержи. Чё ж я стою на месте? А где урон на траке? Что? Значит, смотреть на тебя не буду, блять. Или меня послышалось? Охо-хо, очко ловлю. А ты сейчас умрешь нахуй. Смотри, вот это делается. Я ебу очко, блять, просто свое нахуй. Вывернувшись наизнанку, блять, потому что ты пиздец какой-то. Да, блять, типа литерали, у него 20 хп, я, блять, стреляю в него очередью из этого в упор. И у меня просто все шоты мимо нахуй улетают. Посылай меня просто глубоко в самое глубокое детство, блять. Я нихуя тебя не видел. Вообще, литерали ты был невидимый у меня. Я не удивлена, но ты, в принципе, сложно что-то рассмотреть. Я, блядь, сам в нее встал. А как? А почему? Я только сейчас осознал, ты же в меня один раз попал, да, Вер, ты в меня два. Не попадал сейчас? Я попал все два раза, потому что у меня был берсерк. Вот так. Тут берсерк же, точно. А то я просто вижу, у меня 50 хп, и такой думаю, почему я мертв, блядь, когда у меня 50 хп есть. Ты тоже нахуй. Я просто снайперка с берсерком и климба ебаная. Ты просто делаешь. Сел я в пизду. И все, человек умирает. Кто меня пытался убить? Я. У меня не получилось, так что иди гуляй. Да блин! Я ждал тебя. А у меня не вылетела ракета, да? Да. Ну или после смерти. Класс. Заебись, вообще просто кайфу. Я еще пытался сзади присоседиться. Братан. Не слишком ли дохуя очков здесь? Братан, че ты творишь? Я не хотел. Блять, я не видел ее. Она лежала на земле. Я не виню, тут в принципе сложно что-то разглядеть. Кстати, это страта. Лежать на земле просто. Бля. Ты не попал. Ты живая, блять, почему-то. Я сдужил две ракеты в воду, даже не бью. Мой жирный бог полетел, знаешь ли. Блять, я в дерьме. I'm so deep fucking. I'm so fucking in fucking deep. Воу. Я сбил соплю ракетой. Да, пососи, как я сосал. Пососи сам! Чё, как сопли сбиваются? Блять, пиздец. Я думаю, я налеплю сейчас. Хуй там, да? Ребят. Французский поцелуй. О нет! У него он подошел! Я пошел. А чё все убежали? А откуда у меня ракета? Все, у меня закончилось возбуждение. Надо бежать срочно. Пока мне щели не сломали пальцем. Пальцем? В смысле, ветром дуновением? Нет! Да.
Я была на джампаде, я была в уязвимой точке сразу до этих людей. Пизда. Два луча, просто два смычка нахуй. У меня патроны кончились, и вот, пидор. Ёбаный свет! Бля, это жопа из говна. Отниму, заберу. Что? Что? Как? Понятия не имею. Она ушла внутрь ступенек, но не в тебя. А, мы друг за другом бегали все это время. Нет, она меня убила, а я просто спавнился. Хорошо, я заспавнился, да. Пизда. Пристаньте везде. Ёбаный брат. Повибать. Блять, не успел. Ты куча хуйня смерти просто, блядь. Ты отрубишь и умираешь, блядь. О, нет! Лови пончик. Лови жмунчик. Бля, пизда, я их не видел. Почему? Не трогай! Нет. Ты не трогай, блядь, как ты нахуй взял так за лупу пупу? А в какие места тебя можно трогать? В пупу, ты знаешь? В пупу. Который обычно не трогает мужчина. Пизда. Я еще попасть никуда не могу. Опа. У нее берсерка. Опа. У нее берсерка. Возьми берсерку, идиот. Иди нахуй. Короче, мне берсерк брать категорически нельзя. Да ты, блять, ну ладно. А где она? Вот здесь должна быть. 3, 2, 1. Бяу! Пиписька? А, ты наверху был. А как ты? Блять. Говнюк. Бля. Изысканно пиздец. Блять, все обосрал тут вокруг. Замешкался и погибло. Блять. Ну. Обидно. Не надо, прошу. Прости. Я все прощу. Все прости. Да ты уебок! Ты лучший. Нет! Он меня отпустил. Он щедрый, он хороший. Почему я выжил? Да хуй его знает. Ну типа у меня было просто 10 хп, и я ловлю ракету под жопу. Да, испугаешь же тебя, как-то не убивали. Что? Ладно. Понятия не имею, иди нахуй. Ладно. Блять. Как она коснулась, она же далеко была. И прощай. Простатит? Просто отит. У меня отит. Бля, я даже двигаться не собираюсь. Где ты, сучара? Стой, не трогай меня. На нас сбоку было. Не тут, блядь. Ух, блядь, успел разбить, не знаю как. Какашка. Блядь. Сука, файл. У нее очень... Твердая какашка. Я знаю, надо взять. Блять. Взял под жопник, тебе дал, ты не умер. Нам нахуй еще. Там 30-ка влезла как-то. Влад, ты, блять, взял урон Веры. Мудак. Возьми урон. Который предназначался ей. Я бы ее убил, если бы ты не помешал, блять. А потом ты бы убил меня. Блять, не умереть бы сейчас. Ой. Ой, я пошел. Прости. Прости и прощай. Сука, блять, куда? Ау, щек! Почему ты стреляешь тройками, блять? Единичками. Потому что ими, блять, попадать лучше грустой сейчас. Особенно на короткой дистанции. Не тогда, когда руки из жопы. Иди нахуй! Где можно пойти, опять не рек. Воу. Я с доджа уверенно говно случайно.
Да блять, хотите по моим стрелять. Обоих разъебал, блин. Оба сдохли. Да было одного размять и подсосать, потом другого. Сука. Ну да. Неграмотно делаешь. Бодик, в принципе, все честно. Да вот. А хилок там уже нет. Обидно, да? Блять! Упс. Влад, подожди, я ее добью. Она не добивается, Влад, помоги. Спешу в очко на помощь. Не тому. Блять, кому-то надо было дать. Спасибо. Сука, залупа говна. Вот тут экшот происходит. Кому-то будет пизда сейчас. А в этом буду виноват я. Я чё-то не попадаю нихуя, поэтому так как... Пизда отменяется. Почему ты мне урон не нанесла? В смысле, почему я тебе урон нанесла? Нет, нанесла. Ау! Внутри ракеты, а потом просто одиночный корпус хуйну. Одиночный корпус. Блять, если ты взял и не пошел туда просто, я, блядь, в шоке. Да, я почувствовал, я уже чувствую, как ты кидаешь свою хуйню. Ты смотришь на меня своими грязными ебальниками. Когда-нибудь я буду не сосать в этой игре, а попадать там, типа, урон наносить вот ракетами, да, когда-нибудь. Типа литр или ракеты, блять, какое-то говно, я не знаю. Я не вот понимаю этого. Я типа стреляю точно так же под ноги, нахуй, только я ловлю урона по 90, нахуй, за одну ебаную говнище. А все остальные вот такой чуть-чуть по десяточке, блядь. И просто я блядь, грущу. Блядь, мне 49 хп как-нибудь. Блядь. Да пиздец. Че за инфорсер? Ой, он разбил еще инфорсер, мы такой, ну вообще пизда. Не, я был разбитие. Чем недовольна? Не, в смысле, ты она в тебя летит чисто, и ты попадаешь в нее, она разбивается. Нельзя разбить пули и соплю. Можно, ты только что это сделал. Сейчас не было, я просто не супал. Нет, блядь, да, имеется в виду сейчас, когда вот а, только Влад, что... до этого, когда я тебя кинул, она летела чисто в тебя и разбилась, у тебя наебали, вместо того, чтобы тебя убить. Двойные инфорсеры, сука, ненавижу двойные инфорсеры, блядь. А знаешь, что хуже, чем двойные инфорсеры? Двойные инфорсеры под берсерком. Влад, давай его пиздить. Блядь. Привет. Вот, бери двойные инфорсеры и берсерк. Ты заебал. Не успел. Тут даже не знал, где она лежит. Бля, тут даже хуй прицелишься с ними. Так они, блять. Ой, я знаю, где ее искать. А, вот там где-нибудь, блять. Не там. Не знаю, где тебя искать сторону. Тоже. Ой, Вип. Блять. И ты. Да почему ты вообще? Я тут охотился за крупной дичью. Дерганый, блять, утопец попался, пиздец. Да иди нахуй. Я не понимаю, как ты попадаешь в двойных инфорсеров, это говно ебан. Блять, да это опять сбил эту хуйню. Да, шаром можно сбить. Да и хули, судя по всему, тоже можно. Сами. Блять. Мне причем эта сопля пролетела мимо, но, видимо, там одна пулька просто пукнулась, да? Нет. Сопля попала в тебя. Большая прямо сопля крайне, попала? Большая сопля прямо на спину. Ты бог на черепашка хуйня. Большая верха, большая сопля. Сука. Пиздец. Ну там эту хуйня нанесла тебе урона 5, наверное. Ну, не очень много, да. 5, 10, 15. Сейчас все по-честному. Даже не думай сказать, что что-то не так. А? Что? А что? Да, блять, как ты не водишься, ты сука, а? Блять, застрял в хуйне.
Хуйня, хуйня. Вот 5 соплей вокруг тебя, это пиздец. Тебя не было нигде. Блять, ну я ебу Али-Бабу, блять, нахуй. Одно просто хп, пизда, бро, блядь. Одно хп. А должно было быть ноль, блядь. Да, прилетели таки. А вот там Веру нужно поймать, чтобы она не взяла, да. Да вы заебали, Тимец, против меня вдвоем. Сколько можно, блядь? Зато у тебя сгорает каждый раз, это прикольно. Да иди нам. Как эту хуйню, простите, вот почему, блядь, здесь эта хуйня не нажимается, блядь? Да, и нужно выстрелить в нее. Так я, блядь, выстрелил в нее! Соплей? Да, да, давайте играть против... Это не пули надо. Да. Уже. Заебись. Можно умереть, пожалуйста, спасибо. Ну, бабабу, где вы все? Нахуй я это брал? Ну, Вера вышла. Серьезно? Триггернулась. С концами, Вера. Не. Перетриггерил. Давай против Верки тимиться, блядь. Она же такая, блядь, забавная. Она же такая, блядь, смешная. Да ты заебала, блядь. Ты выиграл предыдущий матч, и сейчас ты сгораешь снова на ровном месте. Как бы никто не тимится, просто я иду, и ты передо мной, и мне в кого стрелять? Того, кого я вижу перед собой. Да, нужно искать Лёву срочно, да, вот в этот момент. Иначе как-то, блядь, получится неравенство. Получится цисгендерное, что там, вот это вот. White Privilege. Блять, блять. Почему? Разбил сейчас соплю. Видимо, взрывом. Урона не было. Да ебешь ты нахуй, серьезно, два попадания со снайперки. Одно. Два. Одно. Два. Было два. Ровно два, блядь. Да когда второе было, блядь? Первое, когда ты летел, тебе получил по жопе. И второе, тогда, когда ты падал вниз. То есть на взлете и на падение попал. Понимаю. Ай, блядь! Лёва, видел все рейдж-квитом, блядь. О, вот, спасибо, Обама. Блядь, я тебя против двоих воюю. Ты же вроде как бы против того, что первый. Чего? Блядь. Я Влада убил. Не знаю, ты вообще к нему спиной стоял. Я вообще ничего не сделал. В смысле, блядь, что нахуй? Что? Понимаю, спасибо, баба. С двух сторон, чтоб комбо. То есть, Лёва, хотите сказать, он выстрелил, стоя ко мне спиной, я сбила и убил меня, шариком. Да? Нет, там старые шарики были. Старые шарики у тебя в штанах? Блять, Влад, на тут не рады. Уходим. Дерганный хуй. Блять, сколько у тебя пиздец, сколько урона я в тебя влил, тебе было много вообще. Очень много, вот сейчас ты все сделал. Двойными хуярь, Влад. Инфорсерами, дурак. Это охуенно, ты охуеешь, он скорострельный, быстрее, чем это. Я уже стрелял с ним. И урон выше. Бля. Пиздец. Такую, блядь, чисто соплю говна на тебя приебил, блядь. Ты видел, как я там застряла? Нет. О. Блядь. Я застрял в шампазе. Шампаз застрял во мне. А я застрял на краю платформы, вон я там сижу. Ну давай перенесем. Смотрите на анимацию говна.